Добровольцы отряда «Тигр» получили военное оснащение от жителей Приморья. Передача вооружения состоялась на одном из полигонов Владивостока. А депутатов Заксобрания Приморья в зону СВО отправятся оснащенные и подготовленное вооружение, тепловизионные прицелы и монокуляры российского производства, которые бесперебойно работают в любую погоду и в темное время суток. Также бойцы батальона получили современные лазерные дальномеры и метеостанции. Добровольцы батальона выразили благодарность жителям края и отметили, что подобная помощь не только способствует эффективному выполнению задач, но и повышает боевой дух. Спасибо людям неравнодушным. Помогают очень сильно и качественно. То есть такие комплексы высокоточные, которых не хватает и которые просто необходимы для выполнения задач. Сейчас вот у нас появилось два комплекса, полностью оборудованных для ведения тех действий, которые нам ставит Родина. Всем спасибо. Чем больше неравнодушных людей, тем легче нам побеждать, что имея оснащение, что чувствуя моральную поддержку, то, что люди рядом с нами, даже которые находятся так далеко от фронта.